Одна девушка едет в трамвае, и вдруг заходит молодой человек, смотрит на нее и говорит: «До депа». Боже мой, у нее все перевернулось в голове. Вот он, этот француз, вот он, тот француз, который увезет ее в Париж. Прощай, прощай эти грязные улочки, прощай этот рыбалка, эти грязные носки мужские, прощайте эти все гадости. Вот он, Париж, рядом. И она ему отвечает: «Кис-кисе?» А он к ней: «Я питаю трамвай до депа». О, здравствуйте, Филимон Исакович. А скажите, пожалуйста, ваша Роза раньше играла на фортепиано, а теперь она на флейте играет? Да, еле уговорил. А зачем? Ой, вы знаете, когда она играла на рояле, она еще себе подпевала. Муж уезжает в длительную командировку, ну и чтобы жена его, ему не изменяла, пока его не будет, он купил робота ей сексуального. Она говорит: «А что это?» Говорит: «Это сексуальный робот. Вот как только ты захочешь секса, скажешь ему Боря, и он будет делать свое дело». О, такси приехал, все, я побежал. И убежал, уехал, значит. Она, он только уехал, он думает: «Надо попробовать», говорит: «Боря». И тут этот робот раз, ее валит и начинает с ней заниматься сексом. Ей так нравится, но через полчаса, через 40 минут, через час она уже в изнеможении, она кричит: «Стоп!» А он не останавливается. Она кричит: «Хватит!» А он не останавливается. Она кричит: «Помогите кто-нибудь!» И сосед мимо проходил, услышал крик, врывается, смотрит, этот робот ее трахает, говорит: «Соседка, что это?» Говорит: «Это Боря». Он говорит: «Боря?» Робот скакивает с соседки на соседа и начинает его. И тут, значит, муж доезжает до аэропорта и вспоминает, что он же забыл, как выключается этот робот. Он разворачивает такси, приезжает и говорит: «На Троещину». Он говорит: «Я не поеду». «Чего?» «Там Боря». Анекдоты — это да я. Ты до сих пор не с нами? Подписывайся. «Ну чего ты, дорогая, плачешь? Ну я же уезжаю ненадолго, я же не на 10 лет, а всего на 3 месяца». «Ага, знаю я тебя, говоришь, что 3 месяца, а вернешься через 3 дня». Шейх заходит в гарем, подходит к самой старшей своей жене, наклоняется над ней и говорит: «У тебя уста слаще сахарной пудры. У тебя попа, как персик, у тебя груди наливные, так и хочется обнять. Передай остальным». Анекдоты — это да я. Подписывайтесь на наш контент, будет весело. Ага, это такая червоная пимпочка вот там внизу. Обхохочешься.